Это чья машина? Меня. Твоя машина? И ты не знаешь, что у тебя в багажнике? А в багажнике бой оленьих рогов, общий вес которых порядка 250 килограммов. Они принадлежат владельцу гаража, из которого они их вынесли. Однако проверять, есть ли хозяин дома, преступники не стали. Потерпевший обнаружил, что кто-то вломился к нему на территорию и сразу позвонил правоохранителям. За что задержаны? 51. Что? 51. 51 статья Конституции сейчас им вряд ли поможет. Поймали подозреваемых с поличным прямо во время преступной деятельности. Сейчас в отношении их возбуждено уголовное дело по статье за кражу со взломом и значительным ущербом. Впрочем, вламываться в дома и гаражи злоумышленникам не впервой и не в тягость. В прошлом они уже были судимы по 158 и 139 статьям. Однако это всего лишь часть их криминального опыта. Ранее судимы? Судимы. За что? Попытка. Попытка чего? Убийство. На счету у этих подозреваемых две отобранные жизни, одна из которых – это умышленное убийство, а вторая – умышленное причинение вреда здоровью со смертельным исходом. Учитывая, что в машине были обнаружены травматический пистолет и бейсбольная бита, потерпевшему повезло, что он не стал лезть на рожон, а сразу вызвал полицию. Пистолет в машине зачем? Бита бейсбольная зачем? Бейсболист? При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что полицейскими задержаны 30-летние и 28-летние братья, уроженцы горного района, один из которых является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному еще 29 января. Ранее, пытаясь уйти от уголовной ответственности, братья обратились в один из новостных сайтов Якутска, чтобы опорочить сотрудников полиции и повернуть общественное мнение в выгодную им сторону. В настоящий момент похищено и изъято, а подозреваемый выдворен в изолятор временного содержания. Пресс-служба Межмуниципального управления МВД России Якутская.